Надо идти в лес за грибами. Потому что дома у нас грибы уже выросли. Вот такие замечательные подберезовики на участке у нас. Вон там мои посадочки. Вот. А тут вот грибоченьки. Тут, где я косила. Вот он, грибоченек. Клевые. А повелика, она все равно продолжает вылезать. Здесь ее надо уже, наверное, вручную будет обрывать, ходить. Потому что как тут косить, если уже все скошено. Где-то здесь я еще видела, а вот. Вот он. Микроскопический подберезовик. Свинушеньки. Но мы свинушки не собираем, не едим, так как они признаны ядовитым грибом с накопительным токсином, который в организме накапливается. И у каждого человека может индивидуально взять и сработать. А вот повелика цветет. Вот она цветет. И чтобы она не дала семена, надо что-то делать. Вот. Даже малейшие остались пенечки. Она на них зацвела. Где коса не достала. Вот. Бедовое растение. Да, и вот тут вот тоже. Он уже семена даст. Это ведь плохо. Ну, сейчас, наверное, надо всех покормить, собраться и пойти в лес. Очень мокро. Но грибы. Вот. Еще гриб. Кошка тут где-то была. Ну, ушла от меня в знак презрения. Дальше. Казалось, здесь мышей нет, я пойду туда. Мороша. А грибов ей не надо. Вот это остатки подосиновика, которые растут в мае. Они из-за жары, он законсервировался и вот до сих пор лежит. Вообще. Вот. Ой, какая улитка. Ты идешь есть гриб. Просто огромный. Инопланетянин такой. Сколько в ней мяса. Надо, чтобы аист пришел, их всех забрал. Лучик, ты на чердак хочешь? Луч. Эй. Нет? Или пока не хочу. Или хочу. Будешь помогать мне там что-то раскладывать? Я туда коробочки убираю. Да. Ой, кто такой луч? Кто такой луч? А? Это луч зла. Ой. А я в коробку. У нас сразу там. Ой, кто там? Такой ты просто злой сыч. У тебя павук бежит, смотри, маленький. Какой павук? Сейчас ты вывалишься. Крокодил такой. А вот так? Как-то... Ай, достал. Такое обкусанное все уже по периметру. Да? Ладно, мне надо на чердак. Уборочку убирать. Луч! Ну что здесь как? Как тебе тут? Что там? Залез, шуршит. Ты потом вылезти отсюда не забудь. А то тут еды нет. Воды нет. Полезных ископаемых нет. Да?
Дождик пошел, слышишь? Лучик. Лучик. Ой-ой-ой, зашуршало, да? Страшно? Что там? Так, ладно, мне надо коробочки куда-нибудь. Что-то уже много коробочек, наверное, их уже пора куда-то девать просто. Стопочками складывать. Интересно, так, тебе не надо тут сидеть на моей голове, потому что я могу задеть тобой об доску вот такую, например. Слезай. Луч. Чердачный сыч. Да? Слезай давай. Глупый ты, сыч. Ай. И что это? М? И куда ты меня понес? А, как бы в дырку не провалиться. Ну что там? Тут еще сена много, вон осталось с того года еще. Нормально? Лучик. Скажи, здесь еще не хватает моих какашек. Я не все засрал. Луч такой, ничего себе. Это вот в моей совешне, оказывается, есть еще столько места, а я и не знал. Луч. Какой чердачок, да? Лучик. Чердачок. Луч, луч. Сыч. Мне ему все интересно. Он будет сейчас смотреть на этот чердачок, тут исследовать все. А потом слезть не забудь только, ладно? Главное, мне не забыть его тут и не закрыть. Лучик, ты видел? Там вон ветеринары приехали. Колоть всех от бешенства. Надо сходить посмотреть. Боня! Уже укололи. Боня, иди сюда. Кс-кс-кс. Кис-кис-кис-кис. Кот. Боня. Еще. Ладно, пойду дальше убираться. Это наш урожай воробьев. Те самые, которые кормились всю зиму у нас на кормушечке и по всей деревне. Вот размножились. Тусят вокруг. Такие они прям. Богатство наше. Все, вжух, полетели. Они уже смотрят, присматривают себе в бытовочке места, где там гнездышки делать. Хотя рано, там еще одна же еще не сделана. Доски там ворочают. А они тут постоянно тусят, потому что я у крыс, когда убираюсь, я же выношу там ведрами всю подстилку, а там куча зерна остается всякого. Вот воробушки очень радуются. Опять какая-то, да, сыпется с неба мокрость меленькая. Я из-за нее в лес не пошла. Стала убираться. Ну, там вроде часа в 4 закончится, может, пойду потом. Кубик, иди в конуру. Вот что ты валяешься под дождем? Ты дурачок? А? Ты же намокнешь. Как елка, что ли? Хитрый пес.